кружок такой хороший дали. Тимурка на велосипеде, Илья на самокате. Тимур устал. Да, папа поехал у нас. Тимурка устал. Хотела показать красоты наши мужи. Ну, вокруг объехали, да. Сейчас до машины уже поедем. А может мне сказать на кафешке? Не надо. Этот, хотела показать вам вот эти вот мангальчики. Вот. Люди тут могут прийти, пожарить шашлык. Вот здесь могут посидеть, перекусить, отдохнуть. И еще у нас вот сдаются в аренду такие гриль-дома. Не знаю, как там видно будет, нет? Тоже интересная задумка. Все в нашем стиле. В таком ханты, манси. Видите? Показать вам. Сейчас пойдем дальше. Все, пойдем дальше сейчас. Хорошо прогулялись. Кровь разжижилась, как один мужчина говорит. Щечки покраснели. Видите, у нас еще сколько снега. Хотя на улице сегодня плюс 16, мы выезжали из дома. А снега вон еще сколько. Я одела вон Тимуру флисовую кофту и такую легкую курточку. Ну, тоже есть утеплитель. Пришлось снять лисовую кофту. Ильюшке тоже. Такая мангальная зона здесь. Люди ставят свои мангальчики, ну, чтобы огорожено было, чтобы нигде опасности не было, чтобы в лесу люди не сидели. Вот люди ездят на велосипедах, зимой лыжи, бегают люди, спортом занимаются. Вот это наша сцена. Здесь праздники проходят в виде шляпы. Видите, орнамент хантейский. Сделали нам наш мэр сделал, и губернатор, с помощью, конечно, губернатора, сделали нам такой огромный-огромный парк. Ну, там через лес проходит, в общем, очень большой. Не знаю даже, сколько километров здесь трасса. Очень хорошо, что сейчас в городе есть где погулять, где отдохнуть. Много очень лавочек, очень много таких арт-объектов. Вот это вот тоже цветное. В общем, прикольно. Жители города очень рады, что у нас появился такой вот, даже не знаю, как назвать. Он и парк, он и лесозона. Вон там есть у нас, как это, канатная дорога, не канатная, ну, в общем, там с препятствиями всякими разными. Вот, веревочный парк, по-моему, это называется. Вот, все есть, все для жизни. Город небольшой, очень чистый, тихий. Ну, Тимур, ты еще это... Снег тает только. Тихий. За счет того, что у нас дороги такой, да, нет, федеральной сюда. Только баржа и зимник, если своим ходом, да. Есть у нас самолеты. Вот, в общем, хорошо нам здесь живется. Такой детский сад у нас. Хорошо, да. Цветной. Чудный город Белоярский, маленький для карты, большой для меня. Город наш, как свет зелен. 1941 война, им вечно огонь окна. Одна из наших достопримечательностей. Сова вот такая. Или кто он, филин, не знаю. Вот этот шар у него горит по вечерам. А мы... Я снимала вон оттуда. Мы вот так приехали. Сюда. У нас такой национальный парк. Чумы, олени. Олени, между прочим, из корней деревьев сделаны. Вон еще. Коконы, вон там отдыхать можно. Качели большие, даже для взрослых. Все, мы в кафешку поехали. Кофе пить. Детей кормить.